Добрый день, Цезарь. На колени вставать, или я вам голову прострелю нахуй. Что значит не буду? Что значит стреляй, блядь? Ты что, вообще не боишься за свою жизнь? Чё, блядь, не слышишь или чё, нахуй, на колени, хуйсос, сос? Действительно думали, что поставят меня на колени. Побегают? Разгон, нахуй! На бочке. Жрать, сука, жрать! Помоги. Алексей, легенда. Ударай. Вон, спину. Всё, вышел. Вышел, убил одного. Выходит. Вон, смотри, побег. Ведьма уже. Парни, от крыши. Я дала по крыше. Ура, братанчик! Иди крышу. Давай, бомж, ебаный, лежи. Лежи, хуйсос, осимый хуй, ебаный бомж. Ты игрок, ты ебаный нищий бомж. Сиди, лоха. Пропадётки. Чего? Всем привет, мои цезарнятки, давно не было конфликтов, но я решил для вас показать самую могущую, сильную, вернее самую позорную гнилую семью нашего сервера. А вернее их даже две, танкисты и назло. За последний год банхаммеры стали максимально неконфликтной семьей, но все, что вы увидите в ролике, это самое гнилое, что нам попадалось за все это время. Ну и понятное дело, что без выноса мусора нельзя. Покажу вам, как выносили вперед ногами бесстыжих ребят, которые кроме как говорить, ничего-то в принципе не умеют. Да и в целом получился интересный веселый видеоролик. Победитель с конкурса на 500 рублей и 25 тысяч у вас на экране. Чтобы побеждать также нужно поставить лайк под ролик, написать комментарий от 4 слов, подписаться на канал и поставить колокольчик. А победители будут уже в следующем ролике. Все происходящее в ролике было на серии Дэвис проекта GTA 5 RP. Иметь классный промокод БХ, дающий вам 12500 и статус на 10 дней. Не забываем про лайк с подпиской и всем приятного просмотра. 200. Сидели нахуй срали. Небольшая предыстория. Само знакомство с данными семьями произошло на открытии Дэвис. Еще на первом собрании лидеров мафии были разные обсуждения. Я предложил лидерам играть без грязи, то есть без коленей и так далее. Там у нас был чрезвычайно завышенного мнения о себе лидер РМ, который решил не соглашаться с этим, думая, что он себя что-то представляет. Ну, на самом деле, ебаный бомж. Вот. Далее мы особо не пересекались с РМами. Они там бывало на арене что-то пукнут в виде нашей фамилии. Мы особо не придавали этому внимания. Дети, фанаты, что сказать. Но потом пошло поинтереснее. Мы катались по трассе, РМ начали нам стрелять в спину и, соответственно, двигали. А, меня ебашат, меня ебашат. Шриба. У апельсина. На нахер, инако. No hate me. No hate me? Ну да. Do you speak English? Все, всех убили. Лутайте. О, придурок, ты всосал, ты в курсе вообще, нет? Останавливаемся, ручки в гору, куда? Ручки в гору, для чего? Ну, мне так захотелось. Все, все, что правого кармана одел на человечка. Алло, аккуратно, две машины черные. Ой-ой-ой. Долбоеб ебаный. Клейс, Зе нажимай как по нему и под ручку бери. Зе нажми, Клейс. Блять, у меня, блять. Останавливаемся. Так он не в нору, он, блять, бегает. Его парень сейчас убивать будет. Куда ты садишься? Ну, улетел хуесос ебаный. Он умер, нет? Это, блядь, срок, как я Z нажму, если он без стяжек был? Да Z поддержку России нажимай. Пошел тупой, блядь, снял ему стяжки. Они вышли. Мы решили похитить одного паренька в ответ на похищение наших печенек. В итоге парнишка начал уходить от РП, видимо испугался, что в отличие от РМ мы не ставим на колени. Как итог, кучу раз уходив от РП, он тянул время и по МГ приехали его обезьянки. Они повезли меня и пытались поставить на колени, чего в принципе у них не получилось. Я получил минус баллы, да и в принципе как-то забил на них, не хотя тратить на них свое внимание и время. Добрый день, Цезарь. На колени вставать, или я вам голову прострелю нахуй. Что значит стреляй, блядь? Ты что, вообще не боишься за свою жизнь? А, ты меня боссышем назвал, правильно? Представился в конце, ублюдок. Чем не могу понять. Илюша, наушники сними. Илюша, сними это. На следующий день мы катались по трассе, увидели рэмов и наказали бедолаг без каких-либо шансов. Где ты вышел? Что там? Алло, стреляйте с ним, вы что, ебанутые? Пошли со мной, год направо. Лутаются бомжи. Чуваки, они лутаются. Скидывайте до конца бомжей. Сможешь, долбоёб, золотой калаш. Блять, захилимся. Только захилимся. А, нет, нормально. Там был в том числе Мэтт, который кричал поставить его на колени в шутку, но мы решили вывести всего лишь одного РМовца с целью выполнить достижение по похищению с целью информации. То есть уже понимаете разницу между нами и завышенными обезьянами, что мы не ставим на колени всех подряд и не делаем грязь. После этого РМы особо ничего нам сделать не могли, на трассе мы их не видели, они в основном играли на ВЗХ, чтобы мясом самоутвердиться, и сидели лили жалобы на сакрадов. Решили мы съездить на ФЗ, где РМы пикнули раньше, и мы спокойно поехали на поезд. Мэтт решил попытаться выйти с нашими ребятами, всячески их байтил, что впоследствии перешло в похищение. Мы привезли его в удобное место для похищения, изначально никакой цели поиздеваться над ним, как-то поугарать и так далее не было. Хотели узнать информацию для достижения и отпустить. Теперь паспорт мне свой показывай. Он ник себе поставил.
Пока ехал, ник поменял. Ебать, у него еблет левый. Но тут начинается самое интересное. Он решается поставить ник, имя моей девушки и фамилию шлюха. Ребята без каких-либо отца конфликтов начали приходить на личное, ведь в игре у них ничего не получается, ну и он улетел в бан. Давай на колени вставай, чучело ебаное. Действительно думали, что поставят меня на колени. Через день мы собрались в войсе, он извинился, его разбанили и в принципе мы разошлись на мирной ноте. И вот, подходим к самой вкусноте. Уходит обновление с войной семей, где на зло танкисты и бум убили нам трифом и мясом во время наших поставок, различных фракционных мероприятий и так далее. Ну и потом, конечно же, в ответ получали атаку, где они проигрывали. Да. На 5-й секунде спан кидываем. Кира, демка не лагает? Вот эта левая группа, мы начала по горе пошел там, когда они перебегают. Все, ладно. спан кинули. За зоной, смотрите, не сдохните, блядь. Я за зоной следящий. Все, побежали, как я говорил. Моя группа. Егеша, ты на крыше не забыл? Да. Скинуть спереди перед нами. Скинуть перед нами. Рубалик, зона! Аккуратно стой. Они в кишке. Блять, у меня лагает вся хуйня. Хорош? Хорошо. Право проходим. Группа моя, крутите. Лево и тут, лево идет. Отойди. Тильт тут принимай. Прикинь. Вот у нас вагонетки, у нашего группа. Скинуть вагонетку. На крыше. Скинуть крышу. Вагонетку скинули. Дальше крутим, моя группа. Вот падают, долбоебы вниз куда-то. Это наш. Дайте вас. Берем. Крутим дальше. На горе. Цезарь перед тобой на горе. А, все? Парнишки из Назло на дом из ВЗП начали высирать наши подружания Вики большевички. Да что, были и наказаны. Они на нас выбегают, чуть-чуть. Они нас выбегают, задали. На бочке. Скидывайте бочки сверху. Прыгай. Один упал. Кайн, я сейчас тебе в голову настреляю, если будешь. Еще кидаю, еще один. Я спан кидаю. Куда вас скидывают, блядь? Сверху, с бочки. Помоги. Алексей, легенда. Могу. Вон, спину. Спина, смотрите. Помогите, вон, вышел. Убил одного. Вон, смотри, бег. Бить бомжа. Куда? С крыши стреляют бомжи. Бля, просто ссать. Вверх. Ебаные бомжи, сосите мою хуй всю жизнь, вы будете сосать всю жизнь, ебаный бомж. На кулак. Её в рот ебали бомж. Давай, сучара, ебаный, соси хуй у тебя. Сука! Давай на крышу, попробуй. Парни, от крыши. Скинул. Я дала по крыше. Вон крыша. Скинь крышу. Давай, бомж, ебаный, лежи. Лежи, хуй, сос, соси мой хуй, ебаный бомж, ты игрок, ты ебаный нищий бомж. Впитывай, как будто ебаная. Свит, зачи. Алло, помойка, купите микрофон, нормально. Лежи, хуй, сос, ебаный, лежи. Нищий выбредок, лежи. Давай, лежи, соси хуй всем. Тварь ебаная. После чего мы начали бить, они проиграли. И лидер этой жалкой фракции, Тоби сгорев, понял, что война уже проиграна, не выдержал эмоций и решается снова оскорбить мою девушку. Люди проигрывают в игре и пытаются оскорбить за личное. Быдло получило по заслугам, и в ту же минуту было снято с лидерки, то и шваркнуто нахуй с сервера. Вроде бы все, РМ сняты, и мы продолжаем играть в войну с семьи. Танкисты в очередной раз проигрывают, раз за разом, и реакция не заставила себя ждать. Дамся. Дадим шанс. Там нельзя больше, после таймера нельзя. Можно скинуть. Здорово, братик. Ну кулак. Да, Назарчик, хуйня какая-то. Гнилой бульбаненок после проигрыша с грустным голосом, угадайте что, правильно, начал переходить на личное. Да, меня зовут Лерри Банхаймер, здравствуйте. Это сухой и бесплатно. Ведь парнишке ничего не остается, кроме как пытаться задеть родными, ведь он уже все проиграл, да в принципе он и своих там, блядь, ребяток вот этих бульбанят, но это ничего страшного. Конечно же, когда наши ребята начали ему отвечать, он пошел лить медиа жалобу на оскорбление, на угрозы. Утю-тю, бедный ты лапочка наш нахуй. Опять же, в форумной войне он винит всех, в том числе сакредов, говорит, что наказал их по-своему в игре, хотя на самом деле он всем вам, в принципе-то, пиздит, проиграл на сервере, его все нахуй просто отъебали. Ну, в этом ничего страшного нету. Это игра. Я думаю, тут уже все понятно, кто же главный форумный боец и хуеплет. Они ко мне бегут все. Уходим тут сад, братиком подрастяком. Уходи, Одиссей, уходи, ну что ты стоишь? Спину накинуйте. Спину настреливайте. Убил? Спину настреливайте. Дальше крутим. Сверху ебашит с контейнера. Перекручиваем их, не стоять там, перекручивать их нахуй, мы спину накидываем, перекручивать! Крыша! Долби! Долби, бомжи! Они нас докрутили!
За ним. Нет, они на разверну, они разворачиваются. Принимаем огонь. На кулак, дальше. На кулак. На кулак. Все. Не высирайте. Это дети, не высирайте. На следующей атаке они перестали заходить. А от бульбанят я вот услышал такие слова. Короче, бульба сгорел нахуй, собрал всех войси, всех наорал на всех танкистов, сказал, что они бездари, ебаны, не слушают кол. Они снялись с, типа, войну семей больше играть не будут. Снял всем роли нахуй, но потом вернул. Бульбанятки, не заходим! Бульбанятки, не идем, не идем, их 18, не заходим, бульбульки. Пошлите, мои бульбулечки, не вкидывайте, просто бомжа. Давайте на кулак, да. Он на крышу залезет, на крышу залезет, ставлю очко сырка. Кулаками запинайте его. Вот он. Не стреляйте, на кулак. На крыше. На кулак. Он на крышу залез, он в мусорку залез, ебать. Ну, в принципе, как всегда, по факту. Мусорка, сука, вылазь! А он молотом кинул, молот его. Вон он, возле меня. Давайте кулаками бейте. Вот он. Он меня здесь бьет. Сити лох. Бульбанятки. Ну и после очередного фамбиза бульбанок начал снова говорить про личное, что привело к его вызову на колени и очередному отдыху на 15 тысяч секунд. Сейчас я тебе снимаю стяжки, хуесос. И ты встаешь на колени и извиняешься. Я считаю до трех, или я прострелю тебе голову. А че, ты пососать хочешь или че? Давай на колени вставай, чудище ебаное. Алло, хуесос, а че ты замолчал, ты голосистый? Че ты замолчал, шлюха? Чего молчишь, хуесос? Ну, давай. Алло, бомжара, как дела? В принципе, все. Как-то так получилось, что самая слабая фракция на сервере вынесла вперед ногами нефагов. Думаю, ролик получился интересным. Запомните, ребятки, одну вещь. Если вы проигрываете в игре, не нужно переходить на личное. Не нужно кикать всю свою фому под агрессивный буллинг из-за их ошибок. Развивайтесь, тренируйтесь, у вас все получится. Иначе вы станете очередными бульбаненками, с его составом терпил, без каких-либо принципов, морали и так далее. Спасибо за просмотр, еще увидимся и всем пока. Алло. Как так-то, ё-моё? Бульбанятка! Всем привет, мои бульбанятки! Почему я сосухуй? Сегодня вы увидите в этом видеоролике. Поехал. А я люблю сосать хуи!